Итак, пришли на Крещенской неделе в храм на Данилище озере, Заозерский храм Христорождественский. Очень красивая архитектура. Это у нас 17 век. Вот такие огромные витражи были, чтобы можно было освещать внутреннее пространство. Высокая колокольня. Здесь ежегодно проходят крестные ходы на Пасху. Вот. Недавно было у нас крещение в России. Вот. Приходите в наш храм Заозерье. Всех приглашаем. Итак,